Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас очередной пятый выпуск нашей еженедельной программы, которая называется «Беседы о Библии». И сегодня у меня в гостях обширная география от города Салават в Башкирии, это Гузель Тазиева, город Химки в Московской области, это Иван Секретов, и Лондон, Влад Басов. Сегодня мы будем говорить, о Слове Божьем, мы будем сегодня говорить о том, какие у нас есть вопросы по поводу Библии, и постараемся ответить, найти на эти вопросы ответы. Даже если мы сегодня чего-то не понимаем, пусть Господь коснется каждого из нас, и пусть Дух Святой ведет нас путями, которые Господь уготовил нам. Окей, кто первый хочет начать сегодняшнюю беседу? О, Влад появился. Good morning, London! Доброе утро. Я вам выключаю микрофон, кроме того, кто будет говорить, потому что иначе будут шумы сейчас. Влад, видишь, постригся. Окей. Да. Кто первый? Так, ну, наверное, тогда... Ну, давайте, пусть у нас девушка будет первая, ladies first. Ну, у меня вопрос по книге «Судей», 19 глава, о том, как, ну, про ту историю, наверное, все знают, которая говорится о том, что некий такой служитель, левит, у него была супруга, наложница, которая с ним как бы поругалась и ушла к отцу. То есть и он принимает решение, чтобы... вернуться за ней, точнее, пойти за ней, чтобы привести ее в дом. Соответственно, из этого я решаю, что все-таки для него она была дорога, и то есть он хочет ее вернуть. Но случается то, что когда они возвращаются домой, им пришлось переночевать у одного старика, который принимал их, и вот это вот как раз история начинается, то, что к ним в дом стучатся некие такие варвары, которые хотят надругаться, так скажем, над гостями. Вот, и что это, мой возмутительный вопрос в том, что это за законы такие, которые позволяют, например, так обращаться с женщиной. Предположим, да, если там написано, что прямо вот этот мужчина, то есть ее муж прям вытолкнул ее к ним туда на улицу, то есть это вообще, я не понимаю вообще как, я не хочу судить, но все равно я не могу понять. То есть что, неужели нельзя было просто остаться дома, закрыться, запереться или послать каких-то мужчин-слуг и сказать, все, отойдите, не мешайте и вообще, что это такое? Стих, вот. Ну, грубо говоря, как бы у нас так это сделали, да? Стих. Да, ну вот. Стих. Ну, стих – это вся глава, это 19 глава. Ну, здесь есть его путешествия, здесь есть его беседы. Где, какой стих ты читаешь? Где он ее вытолкнул? Да. Так, так, сейчас скажу. В дом, так, вышел с ним, сказал мне, не брать ему так. Ну, это получается 23-й, наверное. Вот написано, старик вышел с ним и сказал, нет, братья мои, не делайте зла, этот человек гость в моем доме, не грешите так. Смотрите, вот моя дочь, девица, и его наложница. Я выведу их к вам и делайте с ним все, что угодно. Только не делайте этого безумия с человеком этим. Но они не хотели слушать старика, тогда левит взял свою наложницу и вытолкнул ее на улицу к этим развратным людям. И они познали, ну, в общем, ТТРМ-ПРМ, короче. И утром они уже нашли ее мертвой. То есть он своими руками просто-напросто убил свою супругу. Причем это не просто человек, это левит. Наложница. Наложница все-таки тоже не последний человек, если он как-то... И я вот не могу вот это понять. Как читаю, так у меня прям бывают судороги. Ну, на самом деле, сильно напоминает историю с Лотом.
очень сильно напоминает историю с Лотом в Содоме и Гоморре. Вот. И я не знаю, я пытаюсь, сейчас я попробую найти, где-то я подобное видел. Так. Так. Сейчас. Причем так вот интересно, да, пока Виолища. Это место было упомянуто и в Бытие, в 19 главе, и потом, по-моему, еще что-то подобное было, когда сыны Леви, они там убивали весь город, потому что обесчестили их сестру. Я, честно говоря, затрудняюсь ответить тебе на этот вопрос, что это за закон. Я серьезно затрудняюсь. Я нигде не встречал ничего подобного в объяснении, почему он там разрезал его на части, отослал всем колян. Я затрудняюсь ответить тебе на этот вопрос. Да, и причем вот это же все-таки свои были, то есть он же не остался в чужом городе, в котором он побоялся остаться, а пошел именно, дошел именно до того города, где именно считал, что это свои люди. И вот где в начале главы написано, что это левит, то есть он из колена левита, или он все-таки из страны Ефремовой жил левит? То есть это служитель левит, который мы сейчас считаем, да, что вот служителя есть такие левиты, да? Или же это из колена левита? В принципе, если вот порассуждать, что, может быть, если он просто из колена левита, то, в принципе, для него и никаких законов и не писано, да? Или как? Что ж не писано? Закон один для всех. Не, ну, да, если да, в принципе, если рассуждать, то раньше все соблюдали закон, тогда не было верующих или неверующих. Но в то же время вот так вот поступать, то есть... Я не знаю, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Угу. Я больше, ты знаешь, склоняюсь к тому, что есть вещи в Библии, которые нужно просто читать и все. И вот как должно воспринимать их, вот и все. Вещи, которые мы не понимаем, серьезно. Ну, вот годами и читаю вот одно и то же. То есть, Вот Ваня задавал вопрос по поводу 30 главы книги чисел, например, да? Тоже такая вызывает у всех... такое некоторое недоумение, да как, да вот так. Кстати, очень многие, так сказать, последователи Нового Завета, они отвергают Ветхий Завет, потому что в нем такой злой Бог. Там, а какой стих? Про что? Ну, числа 30 глава. 30 глава, числа, это стих, вся 30 глава, по-моему, там. Это надо просто, ну, есть вещи, которые, ну, я не знаю, они не поддаются объяснению. Смотрите, как бы... по возможности вся, то есть. Что? Там просто, там как бы по возможности вся, там просто так все расписано, что как бы вытирать какой-то отдельный стих или даже несколько стихов как-то не получается. Там каждый стих... Да, но опять есть вещи, которые... так, Гузель отключилась у нас почему-то. Ну, неважно. Есть вещи, которые мы не понимаем, откуда они появились. И есть, видимо, есть какая-то традиция, которая есть в мире. Потому что, ну, например, когда... Авраам сказал, Аврааму было сказано сделать обрезание, да, вот фарисеи говорят, что откуда он знал, что нужно было обрезать именно там, может быть, Бог имел в виду, нужно было ухо обрезать там, или палец обрезать там, вот откуда он это знал, то есть существовала какая-то традиция, по которой люди
делали какие-то вещи. Например, тот же самый эпизод с заключением с одностороннего завета Бога с Авраамом, когда он сказал, принеси там определенных животных, и все, и больше ничего как бы вроде не сказал Бог. Но Авраам знал, что с этим нужно было сделать. Он взял их, разрезал, разложил. Существовала какая-то традиция по этому поводу. И, скорее всего, у этого тоже была какая-то старая традиция, потому что в последнем стихе вот этой 19 главы написано: «Всякий, видевший это, говорил, не бывало и не видно было подобного сему и от дня исшествия сынов Израилевых из земли египетской до сего дня. Обратите внимание на это, посоветуйтесь и скажите». То есть, скорее всего, что-то существовало подобное, что-то было в те времена, что позволяло ему какие-то такие вещи делать. Я не знаю, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Теперь есть, опять же, вот такое... Кузель, присоединяйся обратно. Что-то ты вышла, так и не присоединяешься. Есть такое у фарисеев такое обычай. Они берут просто стих, берут, выдергивают из него какой-то кусок, да, и начинают его трактовать. То есть здесь очень тяжело брать и трактовать подобного рода вещи, потому что мы не знаем, где упоминались они еще до этого. Ну, к примеру, вот с развратными жителями города и с гостем, да, и с наложницами мы читали в Бытие, да, 19 глава, где говорится о том, как пришли ангелы в город для того, чтобы, ну, так сказать, на разведку, что происходит в Содоме. И там они пришли вот в дом к Лоту, и Лот сказал, что не делать этого с человеком, с ним он гость мой и так далее. То есть непонятно было. То есть, скорее всего, существовала когда-то до этого традиция вот такого вот разврата, которая здесь упоминается. Но, опять же, тяжело трактовать, потому что нет подобных мест писания на эту тему, в которые я мог бы сейчас вот просто обратиться. А второй вопрос можно? А второй вопрос, как четко сформулировать, так и не нашла я, как бы, ну, в общем, о предназначении. То есть был такой Самсон, да, рожденный свыше еще от чрева матери, такой вообще герой, очень мне нравится. Вот, и как так случилось, что вроде бы как предназначение свое он знает, он идет и выполняет, то есть он служит Господу, он сражается с этими филистимлянами, он их побеждает, то есть он видит, что в нем есть сила от Господа, которой он пользуется и пользуется успешно. То есть все вроде бы казалось бы хорошо, но есть такое вот одно «но», то есть его личная жизнь. И очень странно, что вроде бы, казалось бы, у него есть мудрость от Господа для того, чтобы побеждать или что-то делать, да, служить Господу, но нет у него мудрости справиться со своей же женой. То есть если в одном случае... Ну, то есть если вот в первом моем вопросе, да, женщину совершенно ни во что не ставили, то есть говорят там... Ну, то есть, непонятно, как к ней вообще относились. Женщина, она не женщина, хотели, выкинули, хотели, там, привели ее обратно домой, да? А вот в этом случае, казалось бы, почему он служитель и, казалось бы, вот глава, да, семьи, почему он не сказал, что отстань от меня со своими вопросами, не подставляй меня больше? Он же прекрасно знал, что она, на кого она работает, так скажем, агент ФСБ, не знаю, там, как это назвать, да? То есть она же, первая жена его предала, и случился такой крах, да, что пришлось даже там, столько смертей было. И второй же случай, опять же таки, и опять он так пострадал, аж, я не знаю, вот я еще раз повторюсь, мне прям до слез его жалко, вполне возможно, что у него была бы другая. Вот почему так, что есть, допустим... Адама тебе не жалко? А? Адама тебе не жалко? Адама? Да. Нет, я о нем как-то не подумала. Он тоже пострадал из-за женщины? Ну, там не так, как тут. Ну, конечно. Самсону мне жалко больше. Мне, ну, вот, например, мне больше жалко Адама, на самом деле, чем Самсона. На самом деле, здесь ответ, я думаю, простой. Я просто хочу прочитать в качестве предназначения Иеремия.
1 глава 4 стиха. «И было ко мне слово Господа, прежде нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя. И я сказал: о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь и все, что поверю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою, коснулся уст моих и сказал мне Господь: вот я вложил слова мои в уста твои». Но на самом деле самая главная часть этого отрывка – это пятый стих. «Прежде нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, осветил и поставил». То есть образовал, познал, осветил и поставил. То же самое было с Самсоном. Господь его образовал, познал, осветил и поставил. А дальше он был во плоти, он был человеком. У него, как и у Адама в свое время, так же, как и у Ионы, так же, как и у Иеремии. Кстати, Иеремии, если что, да, ему было 13 лет примерно, когда с ним Господь разговаривал. Что Иеремия знал о пророках? Иеремия знал о пророках, что их всех убивают в результате. Да, и он, понятно, почему он не хотел быть пророком. Все было понятно, почему он не хотел быть пророком. А Иона, почему не хотел идти в Ниневию? Я об этом проповедовал уже один раз. В Ниневии были... Тогда это было Ассирийское царство. Ассирийское царство... Это самое такое агрессивное было царство, такое, самые зверские убийства, пожалуй, были у ассирийцев тогда. Они вот если завоевывали город, они разрезали кожу человека, живого человека снимали кожу с мужчины, и вот мужской кожей разворачивали ее как-то, как такое полотно, и украшали этой кожей стены крепости, ну, стены города снаружи, чтобы все боялись туда заходить. Поэтому, понятно, я очень хорошо понимаю Иону, почему он не хотел идти в Ниневию. Так как бы он не хотел оказаться частью украшения стены города. То же самое Иеремия, он был готов, он, может быть, и готов был быть пророком, но, пожалуй, он побоялся этого сделать, потому что он знал, что пророк убивает. То же самое и Самсон, но у Самсона была сила, да, ему дана была сила. И откуда слово «Самсон» появилось? От слова, он на самом деле на иврите то он как «Шимшон». Что такое «Шимшон»? Шимшон – это маленькое солнце. Есть Шемеш, да, и Шимшон – это маленькое солнце. То есть его всегда рисуют так, как будто он получил свою силу от солнца. И сила его была в чем? В волосах. На самом деле, все, что нужно было сделать, это срезать эти волосы. У него был выбор, идти с женщиной или не идти с женщиной, тем более с филистимлянкой. Но он сделал свой выбор, за это он поплатился. За все, что мы делаем, у всего есть... как это называется, у всего есть выгода и у всего есть цена. Он искал какую-то выгоду и заплатил эту цену. Если бы он искал другую выгоду, скорее всего, он заплатил бы другую цену. Предназначение – это не что-то однозначное такое, что бывает с каждым из нас. Предназначение – это всегда выбор. Мы можем выбрать идти к своему предназначению или можем выбрать отказаться от того, чтобы идти к своему предназначению. Поэтому в данном случае, я думаю, Самсон просто на каком-то этапе отказался идти к своему предназначению. И за это он заплатил очень дорогую цену. Но в результате мы помним, да, эта история, она всегда, в Библии все повторяется, это написано опять же у Экклезиаста, написано, что все, что было и все, что есть, это все, что было, и воззовет Бог к прошлому, кажется, так написано, да, или воззовет Бог в прошлое, или что в этом роде. То есть мы всегда видим, что если человек, о человеке пишут, что он был судьей, праведником, царем, должно быть всегда какое-то помазание, должно быть всегда, должен быть какой-то всегда грех, который плоть наша совершает. Ведь это был плотский грех фактически, то, что он пошел с другой женщиной. И всегда есть покаяние. Вот его последние дни – это есть покаяние за все его согрешения, которые были у него до этого. То же самое было с Давидом, кстати. Ну и так далее. То есть со всеми такими значимыми личностями Библии всегда было образование, было познание, было помазание или освящение. Всегда был какой-то грех со стороны плотской составляющей этого помазанника, и потом всегда покаяние. То есть, если нет покаяния, то знаем, куда дорога идет. Да? Ну и что, например,
не всякий, который служитель, например, да, такой. Ты убила свой телефон? Нет, я выключила холодильник. Мой замечательный холодильник. Не всякий служитель, который, например, служит, и, казалось бы, на людях он такой сильный, и все, и все-таки в каждом из нас, то есть есть то, что жалобу плати какой-то, да, что вот именно. Но не, мы не все не идеальны, то есть, да, получается так, что Павел, Самсон был не идеальный. Павел пишет, что все мы грешим, так или иначе. Грешит-то плоть, да, то есть, в общем, борьба против похоти и плоти, она фактически является ежедневной войной, да, то есть, когда в Эфесянах, по-моему, да, глава, где он пишет, обрекитесь во всеоружие Божье, да, тот, там имеется в виду война против именно плотских похотей, потому что грешит-то плоть, а не дух, духом мы грешить не можем, потому что мы рождены свыше, и законы, они написаны на сердце нашем. Поэтому греха духовного у нас быть не может. У нас может быть только грех плотский. И вот от плотских своих грехов мы фактически позволяем сами по себе грешить нашей плоти. Ну и за это надо как-то платить. Фактически мы, я не знаю... принимаем, ну, хотя бы вот эту первую смерть, да, о которой говорит Откровение, это один из грехов нашей плоти. Вернее, плата за грех нашей плоти. Потому что, вот вчера был, кстати, у нас интересный разговор, мама задала вопрос по поводу того, зачем Иисус спускался в ад. Я предположил, что у него экскурсия была просто туда. Хотя я знал, на самом деле, что такое ад, потому что мы знаем, да, что он был создан еще до сотворения мира. На самом деле... куда должен пойти грешный человек? Мы знаем, да? Он должен пойти в ад. Кем умер Иисус по плоти своей? Грешник. Самым страшным грешником. Да? То есть страшнее грешника, чем он, по плоти своей не было во время его смерти. Почему? Потому что он взял все грехи человечества на себя. Куда должна пойти такая плоть? В ад. В ад. Поэтому он и спустился в ад. Но будучи Богом на 100%, он оставил эту плоть в аду, саму плоть. И когда он явился Марии Магдалине возле гробницы, она не узнала его и поняла, что это он только по разговору. То есть он был одет в другую плоть после воскресения из мертвых, то есть после того, как он сошел в ад. И как православные говорят, смертью смерть попрал. Он явился своим ученикам в другой плоти. То есть она была такая же по структуре, у него даже были дыры в руках и в ребрах, но они его изначально не узнали, только по разговору. Потому что он был в другой плоти, в чистой. И вот эту чистую плоть мы получаем после нашего воскресения, уже во время последних дней, то, что воскресенье, вот, описывающееся в Откровении, мы получаем в другую плоть, то есть плоть чистую. То есть у нас и дух будет чист, и плоть будет чиста от греха. А грешную свою плоть мы оставим где-то там тлеть. Как написано, из праха пришел в прах, и прах уйдет человек. Это как сейчас, не помню, у католиков или у кого, ну, типа, что если вот видят человека там с какими-то метками, вот где у Иисуса, да, они были, да, то есть, ну, пентакли вроде бы называются. Стигматы это называется. Стигматы точно. То это как бы святым его, что ли, сразу делают. Ну, это гностики в основном, это не католики. Гностики в основном. Понятно, что можно за уши... Смотри, я тебе скажу так, что вообще на самом деле... Это какой-то уже или что? А? Это уже фанатизм какой-то? Конечно, фарисейство. В принципе, вот все, что ты хочешь оправдать, ты можешь взять Писание и найти оправдание вообще всему, чему ты хочешь. Вопрос только, как ты это расскажешь. Вот просто от того, как ты это расскажешь, ты можешь найти описание всему, чему угодно. Сегодня в Америке есть церкви, которые проповедуют учение о том, что выходит священник и говорит, давайте я вам сейчас расскажу, что говорил Иисус о гомосексуализме. Потом закрывает Библию и говорит,
А Иисус ничего не говорил о гомосексуализме, потому что он сам был таким. Мы знаем, что у него был любимый ученик, которого звали Иоанн, и мы помним, что он лежал у него на груди. О чем это говорит? Ну и так далее. То есть развивают вот такую вот теорию. И там о том, что... О том, что можно венчать гомосексуальные браки, потому что об этом не говорил сам Иисус. И не важно, что говорил Павел, что кто не наследует Царствие Божие. Главное, что Иисус об этом ничего не говорил. И о том, что не ложись с мужчиной, как с женщиной, это было в Ветхом Завете. А когда пришел Иисус, он не зря об этом не говорил, потому что он сам. То есть, короче, по Писанию можно объяснить вообще все, что угодно. Любая священная книга, она может трактоваться как в одну сторону радикально, так и в другую. Вот вам, пожалуйста, ислам, да? То есть сам Коран, который написан Мухаммедом, да, скажем, он ничего злого, в общем, в себе не несет. Да? Он единственное, что он полностью отрицает существование мессии еврейского, и он отрицает существование иудейского храма. Да? То есть там все исламское. И когда говорил Иисус, что типа они говорят, что когда Иисус говорил, что придут пророки, которые... Короче, когда он проповедовал о том, что, я уже не помню, как они там объясняют, что он проповедовал, что придет Мухаммед. И там у них написано, о, люди Писания, один из, в одной из сур Танаха, Корана написано, о, люди Писания, был послан к вам посланник, когда не было посланников, чтобы вы не говорили, что не было посланников. Это речь о Мухаммеде, да? Что вы не приняли его как посланник, как пророка Божия, и поэтому вы будете наказаны. Потом, значит, у них написано, что Иисус может прийти только для того, чтобы расчистить место для нового Мессии. А Иисус, он, в общем, он как простой пророк, то есть там ничего божеского нету. Но это, в общем, пожалуй, и все, да, то есть это религия, полностью отрицающая Писание. Сама по себе, как бы, я утверждаю, что это религия не от Бога, но там ничего такого нету, что могло бы оправдать то, что происходит сегодня, скажем, в Сирии, в Иране или в Ираке. Что делается в Ираке или в Иране, это не тот ислам, который написан в Коране, да, вот как у нас есть Библия, да, есть Новый Завет, Ветхий Завет и все. Как бы все остальное это уже... апокрифы, так называемые. Так вот, апокрифических изданий, таких как, например, хадисы всякие, вот это вот Аль-Бухари, Аль-Ислам и так далее, они все, в общем, достаточно радикальные в одну сторону, либо радикальные очень сильно в другую сторону. Поэтому они с собой никак не подружатся, они друг друга там убивают. Потому что всегда можно взять какое-то место из Писания и расписать по поводу него там целый трактат. Вот, например, есть разные всякие даже вот в иудаизме, в Талмуде написаны всякие истории о том, как вот какой-то раввин говорил, что когда Адам каждый раз, проходя мимо Эдемского сада и видя вот этого херувима с мечом, который охранял этот самый сад, он вспоминал свои грехи, ну, короче, это вообще этот раввин там сам стоял вот с Адамом в этот момент и переговаривался с ним, да, как Авраам с Богом, примерно вот так вот. И можно, конечно, притянуть за уши все, что угодно. Но есть Слово Божье, да, которое неизменно, вот оно здесь. Иисус сказал, что ни одна йота не исчезнет, пока не исполнится все. Все пока еще не исполнилось, поэтому ничего отсюда не убирать, не дополнять нельзя. Об этом писал Моисей, и он знал тогда еще, что будут всякие вот эти фарисейские учения. Поэтому он, когда дописывал свою книгу Пятикнижие Моисея, книгу Второзакония, он говорил, вот слова мои, не убавляйте и не прибавляйте к нему ничего. Тем не менее, сегодня Библия, да, вот она. Ну, здесь как бы и Новый Ветхий Завет, ну, примерно такой же толщины Танах, да, то есть Тора, Невиим, Ктувим, Тора, Писание и Пророки, и все. Это вот одна единственная книга. Зато шкаф там целый, больше 3000 книг. Это всякие толкования, всякие истолкования, Талмуды и все остальное. Вот это сегодня никто не изучает. Вот это никто не изучает, потому что если сегодня дать еврею здесь почитать Тору, вот он откроет первую Тору, да, возьмет, начнет читать книгу Левит. У него просто перегорят все предохранители в голове, потому что здесь написано «соблюдайте все», а говорит, простите, а куда жертву приносить? А Левита где кормить? А вот там, я не знаю, пахать на вале где? Да, или там оливковое масло где-то бывает. То есть,
Ну, понятно, да, что сегодня это все изучать очень тяжело. Плюс ко всему, этот перевод, который у нас есть, он написан и изменен 1700 лет назад. Здесь очень много есть изменений, которые были антимессианскими. То есть я сейчас не буду в это углубляться, но, по крайней мере, опять же, мы говорим о фарисействе, что на самом деле можно... Есть люди, которые все равны перед Богом, да, но почему-то некоторые раввины считают, что они равнее. И они вот посчитали, что они хотят поменять здесь так, чтобы там не было упоминаний вообще о Мессии. Потому что даже, будем так говорить, отцы-основатели иудейства, да, иудаизма, они все-таки признавали то, что, скорее всего, Иисус был пророком, и об этом говорили, вернее, он был мессией. И для того, чтобы это упоминание об этом нигде не было, из псалмов было очень много изменено, из книги Иова было много изменено, было много изменено в книге Бытия. То есть есть вещи, которые, оказывается, можно делать. Но вот в этих вот изданиях не публикуются места, где было что-то изменено. То есть, если хочешь знать где, пойди в библиотеку. А есть издания, в которых написано, в скобках, в оригинале так-то. У этого есть объяснение. Например, если мы читаем книгу Иова, когда его жена говорит... Давайте место прямо зачитаем. Это очень важно, да? Я не буду читать вам его на иврите, потому что вряд ли вы поймете. Хотя давно пора уже, говорят, да, учить иврит, потому что в раю... Никто по-русски не говорит. Так. Иов. Иов, глава 2, по-моему. Вот. В оригинале, да, откуда взят перевод книги Иова в русском варианте. Он взят из перевода 70, да, так называемого Септуагинта. Да? То есть, когда был Танах переведен на русский язык, на греческий язык, это было еще задолго до рождения Иисуса, это было очень много лет назад, очень много тысяч лет назад. И там был перевод на древнегреческий язык, который сохранился до сегодня, и поэтому мы сегодня имеем более-менее точный перевод Библии с того иврита, который был написан тогда на русский язык. И здесь написано, 9 стих 2 главы. «И сказала ему жена его, ты все еще тверд в непорочности своей, похули Бога и умри». Да, значит, на иврите это звучит «калеле телуим вемот». Ну, теперь скажите, пожалуйста, если бы вы проходили мимо синагоги, ну, я вам сейчас говорю как фарисей, если вы проходили мимо синагоги, и вы бы услышали, что из синагоги доносится чтение авторы, так называемые, да, дополнений всяких к Торе, и там бы вам читали вот такую вот фразу, да, вы бы шли мимо синагоги, а там читали бы «прокляни Бога» или «похули Бога и умри». Фарисеи сказали, такого быть не может, люди не могут такого услышать, потому что это как бы, ну не по-нашему это, да, не по-еврейски, что называется, поэтому нужно обязательно как-то это изменить, и когда делали изменения, вносили, вот 1700 лет назад, если я не ошибаюсь, вносили изменения в Танах, то они изменили именно это место, и здесь написано, что... уже в ивритском варианте я вам читаю, да, 9 стих, «Барех Элоим вамот». «Барех» – это «благослови». То есть они слово «калель» – «похули» поменяли на слово «барех» – «благослови». То есть «благослови Бога и умри». А зачем я должен умирать, если я благословлю Бога? Да? То есть, казалось бы, нонсенс. А здесь говорят, что почему она пожелала, как она пожелала ему смерть? Не просто там, знаешь, вот ты сейчас скажешь там крекс-бекс-фекс и умрешь, да? А нужно именно похулить Бога для того, чтобы умереть. Мы знаем, что тот, кто возведет хулу на Духа Святого, а это один из персонажей Три Троицы, да, Святой, то есть есть Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой, То есть похулить Духа Святого все равно, что похулить самого Бога, да, то есть, и получается, что если бы он похулил Бога, он бы умер, и это то, что она ему пожелала, да, она была очень добрая жена, чтобы он не мучился,
Она сказала ему: похули Бога, и все, да все на этом закончится. Но люди же, проходя мимо синагоги, не могли слушать «похули Бога и умри». Нужно же было слушать как-то по-другому. И поэтому они написали «барехет элоим вамот». И получилось, что это «благослови Бога и умри». А почему, собственно? Да? И весь смысл этой фразы теряется. Вот это фарисейство. Это то, что мы делаем с Писанием, когда начинаем придумывать что-то свое и додумывать за кого-то. Да? Как известная уже эпическая фраза «ходить за мясорубкой». Да. Как меня слышно, но не очень сильно и не пошли. Тебя слышно, ты фонишь, но не сильно. Ну хорошо, будем справляться. Ну, то, что ты сказал, я думаю, что, во-первых, всегда были те люди, которые, скажем так, они не имели какого-то образования и не имели возможности именно читать текста. Это раз. Но оно всегда так было, никуда ты не денешься. Книга Эзры и, как он называется на русском языке, Ездра и Нехемия, да? Да. То есть на иврите это Эзра и Нехемия. Вот эти две книги как раз об этом и говорят, что люди пришли за 70 лет, я прошу прощения, что я тебя перебил, 70 лет изгнания в Вавилон, и люди просто забыли Тору. Почему Эзра стоял, написано, с утра и до полудня и читал вслух на площади Тору? Потому что прошло 70 лет, и люди уже забыли Тору. Сегодня, с момента, когда изгнание было и разрушение второго храма, прошло больше 2000 лет. Ну, как ты думаешь? Понятное дело, что люди все позабыли. Я не говорю, что я против иудеев там и так далее. Сам такой был достаточно религиозный. Если бы не фарисейский иудаизм сегодняшний, равенский, да, то, скорее всего, и не было бы и христианства, вообще никого бы не было сегодня, что они единственные, кто сохранили вообще эти корни, так или иначе, которые были свойственны еврейскому народу. И мессианский иудаизм, может быть, даже не сохранился, потому что именно появление фарисейского иудаизма равенского заставило мессианских евреев, или нацратим, как они назывались тогда, отделиться от еврейского общества и уйти за Иордан туда, в Иорданию, и таким образом остаться в живых, потому что если бы их приняли сразу, то, скорее всего, ну, я не знаю, как повернулась бы история, я не буду сейчас загадывать, но тем не менее. В свое время равенский иудаизм, еще во времена Нехемии, когда они вернулись из изгнания суда, вот эти вот школы фарисейские, которые появились здесь, они фактически стали началом вот этого вот равенского иудаизма, когда никто ничего не знал, и каждый раввин, что такое рав? Рав – это учитель в переводе с иврита. И каждый рав, или раввин, как его сейчас называют, они учили своих учеников тому, как они сами понимают Тору. И именно из этого сложились потом всяческие вот такие вот нелепые ляпсусы, которые появлялись в иудаизме. Параллельно с этим среди фарисеев были мудрецы, которые писали очень много интересных книг, очень много интересных так называемых алахот, то есть путей исповедания или путей обучения и так далее. И до примерно, ну, может быть, 1700, даже нет, 1500 какого-то года, все это принималось как есть. То есть все принималось хорошо и все было нормально, пока не появились различные так называемые хасидские течения в иудаизме, когда каждый начал просто тянуть одеяло на свою сторону. Сегодня у нас в какое хасидское движение не зайди, у них свой мессия есть. Например, хабадники говорят, что мессия был этот Любавический Ребе. Здесь есть последователи рава Нахмана из Умани. Они думают, что рав Нахман будет, был мессией, и он вернется. То есть каждое раввинистическое течение, основываясь на Библии, оно говорит, что их глава их хасидизма был мессией. Поэтому это как бы такие покрывала, которые, да, об этом пишет Павел Ильич, покрывала на глазах людей, которые до сих пор существуют, потому что люди не хотят видеть истину. А на самом деле, как увидеть истину? Это прочитать оригинал. Они вот верят, как писал Павел, по-моему, если я не ошибаюсь, в Римлянам, что придет время, когда будут басни слушать и выбирать себе учителей вместо того, чтобы слушать истину. Все то, что происходит сегодня. Да, прости, что я тебя перебил. Ну, ты как раз сказал то, что я тоже, ну, знаешь, хотел упомянуть, в плане того, что, во-первых, это не образованность, не умение возможности прикоснуться к источнику. Читать источник – это раз. Во-вторых, ну, нужно признать тот факт, что люди, по сути, свои ленивы
Но если мы сегодня говорим, что лень читать, если вот сегодня уже люди не читают, им покажи картинку, им покажи видео, ты на них поговори. А что с Библией? Там что, нужно фильм снять по каждому стиху, чтобы каждый там это заучил? Ну, как бы, получается, уже до такой степени мы доходим. Это второй момент, это лень. А третий момент – это неумение и нежелание владеть своим родным языком. Потому что сегодня русские не говорят по-русски, англичане не говорят по-английски, и израильтяне не говорят на израильском языке, потому что люди теряют... Не соглашусь. Есть два языка. Есть древний иврит, да, на котором написана Библия, и сегодня он практически не употребляется в разговоре. Есть ивриты современные, да, модерные ибру. И на современном иврите мы говорим, поэтому 80% того, что здесь написано, мы понимаем. Ну, например, вот я сейчас изучаю греческий язык, например, да, если я, например, могу на греческом языке все, что угодно прочитать, то современный греческий, он абсолютно отличается от греческого древнего, да, то есть, например, вот у меня есть моя знакомая одна, она гречанка, она преподает греческий язык здесь, в Израиле, но современный греческий язык. И когда я начинаю ее спрашивать что-то, что мне непонятно, она говорит, я таких слов не знаю, то ты уверен, что это на греческом? А на этом языке было написано все Евангелие. А она православная христианка, как бы, да, то есть она должна знать этот язык. Но она не знает этот язык, потому что его нигде не преподают. На нем читают Библию в церквях, на нем читают, но они ее не понимают, потому что они его не изучают. На самом деле, это, пожалуй, два языка. Кстати, опять же, если ты берешь английскую версию Библии, да, например, King James Version, то там совсем другой язык. Там абсолютно другой язык, на нем сегодня никто не разговаривает. Ну, согласен, но смотри, допустим, для себя на этой неделе я сделал открытие, что даже на английском языке там столько переводов Библии. 56. Ну, короче, жесть. Я знал, наверное, хорошо, там, наверное, 2-3. Допустим, King James я просто читал, я понимаю, что это какой-то староанглийский язык, который мне там, как бы, я даже язык ломаю читать это все дело. Но все же, опять же, ну, если ты русский, ну, как бы, научись ты, что называется, modern Russian, окей? Потом все-таки у нас есть бабушки и дедушки, которые, как бы, говорят на каких-то таких для нас не всегда понятных словах, но, в конце концов, у них можно это уточнить, знаешь. Я пока еще не знаю, но я говорю на русском языке Пушкина, хотя я не бабушка и пока еще не дедушка. Ну, вот, одна, естественно. А другой момент, мы каждый день сталкиваемся с какими-то новыми словами, и, в принципе, как бы, ну, не грех просто заглянуть и, ну, как бы, и подучиться что-то и узнать. Окей, я это не понимаю, окей, я запишу, я это узнаю. Но, опять же, здесь еще фактор есть гордость. А что это я все знаю? Это вот ты, может быть, не знаешь, а мы же делаем такое умное лицо. Типа, да, все, я все понял. А что ты понял? Но когда ты задаешь наводящий, вот откуда приходят всевозможные какие-то недопонимания? Потому что вроде бы слово, оно есть, люди его услышали, а понять сам смысл, который за этим словом, люди не понимают. Вот потому, допустим, сколько мы уже тут делали всевозможных тренингов по коммуникации, очень хороший, ну это был реально, ну, живой пример. Человек имеет одну мысль в голове, он ее как-то по-другому выражает и вкладывает третий смысл. А потом честно так смотрит тебе в глаза и говорит, ну, ты же понимаешь, что я имею в виду? И ты вроде бы как бы думаешь такой, ну, как бы не дурак, конечно, понимаю. А задать тебе вопрос, что я сказал, без понятия. Ну, как бы никто не хочет попадать на эти грабли. И здесь постоянно, ну, вот, что называется, нужно, вот почему говорят слово «медитировать». Медитировать над словами. Даже если, допустим, в русском языке есть толковый словарь «даля». Взял слово, посмотрел, сколько там значений для одного слова. То же самое есть в английском языке. Допустим, выбирается слово, и, по-моему, есть, называется Oxford Dictionary, Оксфордский словарь. То же самое, там просто вау. И ты одним словом уходишь настолько глубоко, одним словом. И ты думаешь, что ладно, я же знал это слово, но я знал, но я никогда не понимал, что оно имеет, какое оно имеет значение. Так что здесь, грубо говоря, здесь, да, вот Библию, сколько раз ее нужно прочитать? Пока можешь, читай, потому что там постоянно что-то новенькое. Ничего не меняется, просто твое отношение, твое понимание в контексте даже личного опыта.
начинаешь ее по-другому понимать, там опыта других, ситуации, в которой ты находишься, оно все влияет. Вот не зря это есть фраза, что пока ты читаешь Библию, Библия читает тебя. Mm-hmm. Это один момент. Могу ли я еще добавить... Продолжение того, что я сказал, в притчах Соломона, 15 глава, 31 стих. Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми. То есть, что такое учение жизни? Вот оно. Тут написано. Ну, да. А что касается то, что говорила Гузель, ну, у меня тут в свое время был выписан стих из Библии, из притчи, притча 10 глава, 18-19 стих. И как бы, ну, для меня такое как бы понятно-непонятно. Потому я его как бы выписал, этот стих. Я его сейчас процитирую. «Три вещи непостижимы для меня, и четыре я не понимаю. Пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к женщине». Девица, прошу прощения. И я, конечно, дико извиняюсь, это не самый последний человек сказал-то. Как-никак, это, в общем-то, царь Соломон, который и на тот момент был самым мудрым человеком, да и, по-моему, на сегодняшний день остается одним из мудрейших. И здесь как бы вот какая-то определенная мистика, что касается наших дорогих и любимых женщин. Ну, и, вот, и я считаю, что... Сразу, видишь? Так, еще раз? Нет, я просто дочитала. у себя. Да. И здесь я все-таки считаю, что когда, ну вот окей, если мы возьмем даже вот то, что Гузель говорил о Самсоне, да, вот у него было предназначение, да, у него была сила свыше, да, но когда мы говорим о личных взаимоотношениях, это всегда, я считаю, что это ответственность двух, и в конце концов, когда, ну, мы друг друга хорошо знаем, мы знаем, как, что называется, как сильные, так и слабые стороны, и задача, наверное, каждого иметь, защищать эти слабые стороны. Вот и все. А здесь получилось так, что вот человек, скажем так, использовал определенные знания и для какой-то, я не знаю, там, может быть, для своей какой-то корыстной цели или там еще чего-то. Ну, вот как бы такая ситуация. Так что здесь, как бы, наверное, женщина просто не понимала свою какую-то ответственность и определенную, я не знаю, власть, потому что, да, у девочек есть власть. Они все прикидываются, что они такие слабые, что они как бы ничего не знают, не могут, но ничего подобного. В Библии во второй главе Бытия написано: «И создал Господь Бог из ребра взятого у человека женщину». Нет, не дальше, даже выше, наверное. «И нарек человек имена всем скотам, птицам небесным, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл это место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот это кость от кости моей, плоть от плоти моей», и так далее. Но здесь очень интересный момент. Когда вот это вот написано на иврите, 18 стих, 2 главы Бытия. Я его прочитаю на иврите, а потом переведу. «Вайомер Адонай Элоим, ло тов айот адам левадо, ве асало эзер кенегдо». Вот здесь написано: «И сказал Господь Бог, что плохо быть человеку одному». Да, 18 стих написано: «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответствующего ему», написано в 18 стихе Бытия. А здесь написано, значит, на иврите, что плохо быть человеку одному, и создал помощника кенегдо. Вот это слово кенегдо, возможно, в древнем иврите использовалось как-то по-другому, но в современном иврите используется как
противного, да, то есть стоящего напротив него, да, то есть сопротивляющегося. Например, если я иду против кого-то, я иду negate, да, против – это negate. И вопрос здесь, скорее всего, в том, так, если глубоко разобраться в этом, то на самом деле женщина была создана в противовес мужчине. Вот то, о чем всегда возмущалась Гузель, не могла понять, почему я именно такие вещи говорю, что у женщины нет органа, о котором нужно думать, у нее есть орган, который соображает. Так вот, я не буду сейчас на эту тему распространяться. Кто смотрит в записи, посмотрите предыдущий эфир. Значит, там как раз очень подробно об этом говорили. Но вот благодаря тому, что женщина он наделил мудростью, вы нигде ведь не читаете, что Бог наградил женщину мудростью. То есть я вижу в Библии, что мудрость у женщины, она заложена априори. А вот мужчина всегда мудрость просил. И Соломон об этом говорит, всегда просите мудрости, приобретайте мудрость и так далее. Так вот, женщина была создана мужчине в противовес для того, чтобы, если вот, знаете, дурень думкой богатеет, да, вот противовес тому, кто все время думает, хотя бы кого-нибудь, кто соображает, да, хоть кого-нибудь мудрого. То есть вот это вот противовес, вот этот вот эзер кенегдо, помощника против него, да, то есть или помощника напротив, или в противовес, вот я считаю очень, очень мудрая фраза, что на самом деле вот этот путь мужчины к женщине, да, когда... когда написано, что Соломон этого не понимает. На самом деле, мы это изучаем в физике, у нас, мы знаем, да, что, например, если я буду плюс с плюсом соединять, они будут отталкиваться, да, а плюс с минусом всегда притягиваться. То есть у нас одно уравновешивает другое. Вот это есть эзер-кенегдо, да, то есть противовес такой. Противовес, чтобы оно было единым целым, потому что написано, что станут двое одна плоть. По-другому они быть не могут одной плотью, если у одного будет один заряд, и у другого такой же заряд, они вместе быть не могут. Они могут быть одной плотью только потому, что они разные. Они разные по сути своей, разные по логике своей, разные по, там, я не знаю, по отношению к жизни, по способу мышления, да, у женщины, у мужчин разное мышление, да, то есть один думает, другой соображает, это две разные вещи. Мужчина очень редко может соображать, ну, не наделил Господь мудрость, надо просить, чтобы была. А женщине сразу дал, потому что не дал, чем думать. И это хорошо, потому что если, опять же, дал бы, чем думать, все, не соединились бы, каждый бы думал бы по отдельности, и никто бы не мог ни плодиться, ни размножаться, ни наполнять всю землю. А здесь именно получилось такое, что мужчина не может быть мудрым, потому что ему надо эту мудрость просить или приобретать, а женщина не может быть умной, потому что она от природы мудрая. И они друг друга дополняют идеально. Получается двое одна плоть. Одна плоть с уравновешенным мышлением. Да, поэтому вот этот путь мужчины к женщине, то, что говорит, я не понимаю. На самом деле он прекрасно все понимал. Просто иногда, я думаю, что и мы сегодня задумываемся, да, как они вообще сошлись, да, как они вообще вместе живут. А вот так. Некоторые люди, которые, вот вы идеальная пара, они идеальная пара, сегодня поженились, завтра развелись. А те, которые, вот, мы не понимаем, как они вместе живут, они совершенно разные. В этом-то и есть смысл бытия, да, что они разные, и они друг друга дополняют. Получается двое одна плоть, да, одно единое целое. Поэтому говорят, где моя половина? Они должны быть единым целым. Ну, здесь, скорее всего, то, что ты сказал для себя, я увидел, знаешь, допустим, у меня возникал вопрос по этому стиху, или по этим двум стихам. Но, видишь, все как всегда, Библия – это совокупность всего, или, в принципе, можно сказать, это полнота во всем. И здесь вот то, что ты упомянул, физика, здесь и психология, здесь все. И вот если учитывать вот эти факторы, именно вот это пазл, это вот как бы она либо складывается, либо наоборот, как бы как два одинаковых, они просто что-то бьются лбами и отскакивают. Да? Но здесь я именно вот таким вот образом, наверное, не подумал, и вот возникали вопросы, как же и почему. Потому что, ну, а зачем мне точно такой же человек, который вот реально точно такой же, только с косичкой. Ну, как бы, ну, это будет как бы немножко, ну, как бы, я не знаю, это будет скучно, неинтересно, и опять же, зачем? А когда человек совершенно посмотрит на одни и те же вещи по-другому, то и я могу как-то взглянуть на одни и те же вещи тоже сама по-другому и увидеть их, ну вот, в полноте. Так что я думаю, что здесь логично, согласен. Да, ну вот опять же, по поводу логично, вот говорят, женская логика, да, ну опять же, у женщин, к счастью, нет логики. И в этом, опять же, ее большое преимущество, потому что мы... Вот мужчины, да, когда что-то, о чем-то думаем, мы думаем, ну, логично было бы предположить вот так или вот так, да. А
женщина, она никогда логике ничего не подвергает. Она подвергает это именно вопросу быстрой оценки, да, той самой мудрой оценки, которая у нее есть. Она подвергает это оценке соображения. То есть, когда она смотрит на какую-то ситуацию, она проверяет не логические варианты ее развития, а самые алогичные варианты ее развития этой ситуации. И таким образом она говорит, а вот если будет вот это, а если будет вот это, а если будет это, и она сопоставляет, таким образом она производит в мозгу операцию целого отдела оценки рисков. А мужчина этого делать не может, потому что у него должно быть какое-то логическое какое-то подтверждение всему, о чем он думает. И очень важный момент, что когда создаются отделы оценки рисков, да, вот эти все risk management всякие departments, там всегда сидят женщины. Все аналитики там сидят женщины, потому что они оценивают риски и с рациональной стороны, и с эмоциональной стороны. Потому что мужчина с эмоциональной стороны очень тяжело оценивает риски. А вот с рациональной женщине тяжело оценить. Поэтому когда два таких вот способа оценки рисков соединяются в одно, когда есть и эмоциональная, и рациональная оценка, как в жизни, так и в бизнесе, это всегда приводит к гораздо более лучшим результатам. Поэтому и написано, что всегда должно неплохо быть человеку одному. Плохо быть человеку одному, они должны быть вместе всегда. Вот Гузель к нам вернулась, пропустила самое интересное. Вот так всегда, дьявол не дает слушать. Перемывали кости. Да, окей. На самом деле хорошая тема про женщин. Я люблю. У меня целый курс есть. Надо будет его прочитать, такой библейский. На эту тему как-нибудь создать. Вот как раз в нашем проекте, Гузель, мы сделаем такой курс. Окей. Okay. Поднять женщинам самооценку, а мужчин немножко на место поставить. Да. Что-то Ваня сегодня у нас молчит, ничего не говорит, только на нас смотрит. И что-то думает про нас. Ваня, скажи, что ты про нас думаешь. Ваня продолжает про нас думать. У нас такая в основном какая-то такая женская тематика. Ты там еще обмолвился, да, ну вот о... упомянул о моменте, когда вот Иисуса распяли, да, он спустился в ад, оставил там свое бренное тело, и, вернувшись, воскреснув через на третий день, он, получается, уже был в другом теле. А тогда вопрос, как бы, такого характера. Вот в некоторых таких, не знаю, это философские или религиозные учения используют, ну, вот те же самые, там, не знаю, кришнаиды, что ли, вот, где вот про реинкарнацию говорят. В буддизме, вот, в индуизме говорят про реинкарнацию. Да. Ну вот что это вот? Это вот, это притянуто что-то за уши или это на чем-то основано? Нет, это их теология. Они верят в то, что... никто, как Высоцкий пел, да, что мы, отдав концы, не умираем насовсем, да, то они в это верят, и они верят, что если был, как дерево, родился баобабом, так и будешь баобабом тысячу лет, пока помрешь. Вот. Это вот некоторые говорят, да, что там, если ты как-то там что-то непонимающее там от кому-то относишься, да, вот в следующей жизни ты будешь женщиной, в следующей жизни ты там будешь тем-то. Наказание быть женщиной, я не понимаю. Чего? Наказание быть женщиной, что ли? Ну, я не знаю, вот в таком ключе, то есть, если ты там что-то к какому-то вопросу относишься, скажем так, с недолжным с точки зрения человека понимания, то очень так довольно часто можно услышать такую фразу: в следующей жизни будешь женщиной, там, или что-то типа такого. Смотри, я могу тебе такую вещь сказать. Да, чтобы, это нескончаемый теологический спор между многими религиями, но я тебе могу сказать такую вещь, что самое полное собрание сочинений на тему сотворения мира и его окончания – это Библия. Полнее собрание сочинений я еще не видел. У всех разных религий есть разные всякие теории, писания на эту тему, но полнее собрание сочинений умных людей
на тему сотворения и окончания мира, я еще не видел. Так вот, Библия в данном случае, она показывает, как был создан мир. Библия показывает, почему, вот говорят, ну не может же быть только вот один Бог у евреев. Потому что вот, ну, встречаются же такие же подобные 10 заповедей и у буддистов, и у индейцев майя, да, и у индейцев там, кого там, чероки, там еще чего-то и так далее. Не вопрос, я согласен, бывают и подобные мысли, и даже в Коране написаны подобные мысли, я вам больше того скажу. Но это только не опровергает теорию того, что Бог один, единственный, который избрал этот народ, еврейский народ, для того, чтобы искупить все человечество, то есть сделать царством священников. Потому что мы помним, что в Библии написано, до Вавилонского столпотворения была одна земля, одна единственная земля, и на ней был один народ, который говорил на одном языке, все общались на одном языке. И когда люди вдруг возомнили себя, что они выше Бога и захотели построить башню до небес, чтобы прославиться на века, тогда Бог что сделал? Он, во-первых, перемешал все языки. Почему названо это место словом «Вавилон»? На иврите называется «Бавель». «Бавель» в переводе с древнеиврийского языка переводится как «смешение». Он смешал все языки. Да, и... вот это смешение языков повлияло на то, что люди перестали друг друга понимать. Но мы все потомки Адама, потомки Ноя, да, и мы все созданы по образу и подобию одного единственного Бога. Понятное дело, что в нас осталось это божественное что-то, что было создано. Естественно, что люди жили по совести, и об этом Павел тоже говорит, что и язычники живут по совести, он говорит даже, что и действия наши должны быть не только по Писанию, да, и по закону, но и по совести мы должны сами себя оценивать, свои действия. И понятное дело, что и у индейцев майя есть такие же 10 заповедей или что-то похожее. Там и у буддистов есть, и даже у японцев там что-то есть, хотя они давно уже отвернулись вообще от любых богов, какие только могут быть. Ну, они там на своем отдельном острове живут, и все. Они еще детей перестали рожать. Они говорят, мы роботов будем создавать вместо детей. Ну, нормально, да. И у китайцев тоже, и у индуистов, и у буддистов, и у кого угодно есть. Давайте только брать в расчет, что буддизм – это не религия, а философия. И понятно, что у всех этих людей есть одни и те же 10 заповедей, одни и те же законы, будем так, нравственности, да, то есть законы взаимоотношения человека с Богом и законы взаимоотношения человека с человеком. Они везде одинаковы, потому что мы созданы по образу и подобию, Бога. Поэтому... как там написано у кришнаитов или как там написано у буддистов, это не имеет никакого значения на самом деле, потому что мы все потомки одного и того же Бога. Читайте Евангелие от, по-моему, от Марка, где написано, что... Нет, от Иоанна? Не помню. Не от Иоанна точно. Где написано, что отцом всех живущих, в том числе и Адама, да, был Бог. Написано, что там был... Шет, да, у Шета был отец Адам, а у Адама Бог. То есть мы все от одного единственного небесного отца, да. Англичане говорят, hi, brother, you are my brother from another mother, but the same father. Да, привет, там, брат, ты у меня брат от другой матери, от одного отца, да. То есть поэтому мы называемся братья и сестры, потому что у нас матери разные, а отец один созданный, да, наш пра-пра-пра-отец. Почему говорится отец один? Потому что так принято практически во всех религиях так принято говорить, что если я потомок какого-то знатного рода или какой-то страны, то я называюсь сын такой-то страны. Например, на арабском это ибн, да, а на иврите это, естественно, бен. Да, то есть, например, я могу называться, да, сегодня, да, что меня зовут Авиэль бен Авраам. Потому что я потомок в каком-то дальнем колене Авраама. Да? То есть таким же образом и потомок Адама. Это если брать чисто биографию. Да? Но с другой стороны, мы говорим, что все, кто уверовали в единого сына, да, и приняли его Богом, Господом своим Спасителем, они получили наследие Авраама. То есть каждый сегодня верующий в Иисуса может называться Бен Авраам, да, то есть сын Авраама. Не по крови, а по обетованию.
И поэтому мы сегодня, на самом деле, все, если у Авраама, в конце концов, отец там, Ной, в конце концов, отец Адам, в конце концов, отец Бог, то мы все бней Элоим, да, то есть дети Бога. И таким образом мы имеем право называться братьями и сестрами. У нас у всех разные матери, биологически разные отцы, но мы все являемся детьми одного и того же Творца. По поводу реинкарнации. Мы тоже реинкарнируем потом. У нас будет другая плоть. Но я всех интересует, секунду, всех интересует, будем ли мы там друг друга узнавать. Но читая Евангелие, читая Откровение, я так думаю, что нам некогда будет заниматься. Потому что мы с утра до вечера будем только и делать, что прославлять и поклоняться. Да, что ты хотел спросить? Насколько я понимаю, что в Библии написано, что жизнь одна. То есть вот мы как появились, да, то есть родились, там жили, потом второе рождение при вере, и дальше жизнь одна, то есть сначала идет то есть, как бы земная, а потом уже вечная имеется. Вечная жизнь, она только небесная, другой не бывает. Ну, по сути, это жизнь, вот душа проживает одну и ту же, одну жизнь, то есть она как бы не переходит, как бы... Переходит жизнь земная, переходит жизнь небесная. Я имею в виду здесь, смотри, на земле. Она же никуда не переходит. Переходит. Конечно, переходит. Если брать чисто теологически, конечно, переходит. До рождения свыше, то есть до крещения, до принятия Нового Завета, будем так говорить, ты живешь одной жизнью. Ты живешь жизнью плотской и грешной. Да? То есть ты жив для греха и мертв для Бога. Понятно, ну, да? Ну, как бы физически-то я, как бы, вот он я же один. Да, но ты жив для греха, но ты мертв для Бога. После того, как ты покаялся в своем грехе, плотском, может быть, даже и духовном, возможно, но после того, как ты покаялся, ты проводишь водное крещение, где, после которого ты рождаешься свыше. Что значит рождаешься свыше? Давайте теологически брать назад. Каждый человек после изгнания Адама из Эдемского сада рождается с геном греха. У каждого из нас есть ген греха. И даже у наших детей, несмотря на то, что мы рождены свыше, наши дети рождаются с геном греха. Они все грешны по своей природе от рождения. Отступление в сторону, вот это вот макание ребенка в тазик в церкви, это желание спасти на самом деле от первородного греха, но это ерунда полная, потому что написано, что... Нужно исповедовать в сердце своем, вернее, верить в сердце своем и исповедовать устами. Ребенок не может ни верить сердцем своем, ни исповедовать устами. То есть он не может быть спасен маканием в тазик. Исключено. Окей? Поэтому... Как котят. Да. Значит, вообще, на самом деле, этот обряд, он... котята, кстати... После этого нередко выживают. Значит, как обряд это появилось в противовес, когда Константин создавал свое христианство, которое мы знаем сегодня, да, это православная католическая церковь, ну и протестантская тоже. Это был обряд, который заменил обряд обрезания. То есть он находится в списке анафемы. Список анафемы говорит о том, что тот, кто делает на восьмой день ребенку обрезание, а не крестит его в воде, тот тому анафема, значит. Вот поэтому сегодня детей бедных макают в тазик. Возвращаемся обратно. Когда ты принимаешь крещение, ты можешь просто 35 раз окунаться в бассейн, от тебя спасение не ведет. Даже можешь в Иордане искупаться и вообще там жить в этом Иордане. Никто, ничего тебе спасение не гарантирует. Спасение гарантирует только одно. Это твое покаяние. Есть последовательность, да? Принятие того, что ты грешен. То есть нужно принять, что ты грешен, что ты находишься во власти темных сил, да? Ну, будем так называть их сатаной или дьяволом. Ты находишься в плену греха, да? То есть ты мертв для Бога и жив для греха, ты грешен. Желание от этого избавиться, да? То есть принять спасение. После этого принятие Иисуса Господом своим и Спасителем, то есть нет другого способа спасти. Мы знаем, что цена за грех – смерть всегда, по-любому. Иисус взял, почему Он в ад спустился? Да? Потому что Он взял на нас, на себя все грехи и даже мои, и даже твои, и даже Кузель, и даже того, кто еще не спасся вообще, вот последний там преступник, который гуляет сейчас по улице, он и его грехи заранее взял на крест.
стал великим грешником всех времен и народов, то есть грешнее его в этот момент, в момент смерти, когда он взял на себя все эти грехи человечества, грешнее его человека вообще не было на этой планете, да, и он эти все грехи отнес и похоронил там на всю жизнь, в этом вот в аду, в преисподней. И оттуда, будучи Богом на 100%, потому что Бог сильнее, чем ад, да, он воскрес в новой плоти. То есть вот этот процесс, когда мы хороним, вернее так, не хороним, а смываем с себя старый грех в воде, аналогия со всемирным потоком, чтобы смыть грех, он, Бог землю не сжег, не перевернул, не смял ее, там выбросил, другую сделал. Нет, он ее омыл водой. Вопрос, куда она девалась после этого? Другой вопрос. Но он ее омыл водой, да? То же самое здесь. Мы смываем с себя весь свой грех водой, и мы рождаемся свыше не тем, что мы появляемся, опа, новый человек. Нет, мы появляемся с новым сердцем. Я уже об этом говорил. Когда наши скрижали каменные, на которых был написан жесткий закон, да, который нужно было читать, поменяли на сердце плотяное, на котором уже написаны, во плоти написаны все наши, все законы, которые мы соблюдаем. И это есть рождение свыше. То есть ты умираешь в этот момент для греха, мертвые, как говорится, не грешат и не потеют, да, и получаешь новую жизнь, новое рождение, новым человеком становишься. Это и есть рождение свыше, когда в тебе ген греха убивается. В этот момент ты спасен. Спасение потерять очень тяжело, только если ты, конечно, будешь, не дай бог, исповедовать сатану, скажем. Тогда да, спасение от тебя уйдет. Но в тот момент, когда ты принял Иисуса, в тот момент, когда ты крестился, родился свыше, и ты исповедовал это устами своими, ты спасен, и спасение от тебя никуда не девается. Даже если ты будешь Библию открывать один раз в год на Пасху. Никуда не девается спасение, даже если ты продолжаешь грешить. Почему? Потому что если ты согрешил, то, будучи рожденным свыше, совесть начнет обличать тебя. И тебе будет все равно стыдно за то, что согрешил. И, скорее всего, ты покаешься. Пусть не батюшки, пусть не матушки, пусть сам по себе. Сядешь в углу и покаешься сам про себя. Сам в себе, что называется. Но в этот момент, когда ты покаялся в этом грехе, ты принял прощение этого греха. То есть, Бог твое покаяние принял. В этот момент, если ты грешишь тем же грехом и дальше, то это уже не грех, это уже твой выбор, это образ жизни. Вот здесь тебе придется, как написано у Павла, каждый сам за себя даст отчет Богу. Но это плохие новости, да. Тебя могут там в руках наказать. Но в ад ты не пойдешь, потому что ты не судишься в ад или в рай. У тебя уже есть дар вечной жизни. Тем, что ты принял имя Иисуса Христа. Как единственное имя, которым можно спастись на этой земле. То дар вечной жизни в Божьем Царстве тебе гарантирован. Но здесь написано в Евангелии, вот дайте я вам почитаю. Если уж вы эту тему затронули, мы уже с вами 1:20 разговариваем. Но я думаю, что эта беседа полезна. Это хорошо. Так, по-моему, это 7 глава. Или не 7? Это Бытие? Нет, нет, это Евангелие, сейчас я не помню, где это написано, то ли у Иоанна, то ли у Матфея. Короче, смысл в чем? Что тот, кто исполнит эти, кто будет исполнять все эти заповеди и научит малое количество людей, да, великим назовется в Царстве Божьем, кто будет выполнять не все заповеди, но уже научит большое количество людей, малым назовется. То есть в любом случае, даже если мы будем исполнять заповеди, которые дал нам Иисус, даже частично, но все равно нам гарантирована вечная жизнь в Царстве Божьем. То есть в суд, если мы сердцем своим исповедовали Иисуса как Господа своего Спасителя, мы не судимся на ад. Там тоже вечная жизнь, кстати. Но она названа вечной смертью, потому что ну, такую жизнь никому не пожелаешь. Слишком дорогая цена. Озеро горячее, серное, да? Но мы будем судиться не в смысле, что смерть или жизнь, а мы будем судиться по делам своим. И если мы выбираем грешить, то, скорее всего, мы будем, наверное, осуждены на смерть. Потому что человек не может согрешить два раза подряд, он может согрешить только один раз. Если он согрешил один раз,
и покаялся в этом грехе, он будет прощен. Но если он прощен, потом опять грешит, потом опять начинает грешить, это уже не грех, это выбор, это его жизненный путь. То есть это как ошибку нельзя совершить дважды. Ошибку можно совершить только один раз. Каждый в следующий раз, когда ты ее делаешь, это уже выбор. То же самое здесь. Поэтому даже если человек открывает Библию один раз в год, там, скажем, на Пасху или на Рождество, просто почитать там, вот там, сын рожден нам, там, и так далее, то у него спасение никуда не девается. Он спасен по-любому. Вопрос, что он делает в своей повседневной жизни. Вот я знаю, например, некоторых товарищей, которые, они для меня очень уважаемые люди. Дима, привет. Надо же, не ожидал никак, что ты здесь появишься. Очень уважаемый гость, кстати, очень уважаемый. Значит, когда есть такие товарищи, которые для меня, я их очень уважаю как личности, да, но они позволяют себе иногда такие вещи, которые, они называют себя верующими, живущими по закону Божьему, иногда позволяют себе такие вещи, которые верующий человек позволить себе не может. Не потому, что они такие плохие, не потому, что они такие там грешники и так далее. Одна причина есть у этого всего. Они никогда не изучали слово и не... Супер, спасибо. Они никогда не изучали слово, не углублялись в него. Они, возможно, верят искренне, что Иисус Христос – это Господь и Спаситель, и они спасены. И они не будут судиться на грех, на смерть или на жизнь, но они будут отвечать по делам своим, потому что сквернословие, сребролюбие и так далее, это не грех к смерти, да, то есть за него, человека на смерть не осудят никогда, но это поступки, за которым будем отдавать отчет. Вот написано у Павла в одном из его посланий, не помню где, по-моему, в Римлянах, опять же, что каждый из нас сам за себя даст отчет Богу. Но там не написано, что мы будем судиться с Богом. Написано, даст отчет Богу, потому что у нас адвокат уже есть. У нас уже написано, что мы получили печать. Знаете, как в ночной клуб входит, если печать есть на руке, значит, входишь бесплатно. Печати нет, не входишь. У нас на всех стоит печать Иисуса Христа. Вот с этой печатью мы автоматом идем в Царствие Божие. Мы не судимся, но отвечать будем за поступки. Ничего бесследно не пройдет. Поэтому грешить нельзя. Вот некоторые говорят, мы спасены, все, теперь можно грешить во все тяжкие, там, пить, гулять и так далее. Нет, нельзя. Потому что все равно будем давать отчет Богу. А давать отчет Богу, который там моря раздвигает, который там, я не знаю, горы сдвигает, я что-то не сильно хочу. Вот написано, что не знаете ли вы, что дружба с миром, это вражда против Бога. Враждовать против такого Бога я вообще не хочу. Вот реально, не хочется мне. Что-то, не знаю. Не самый приятный вариант, я думаю. И Ваня все самое интересное. Сам спросил, сам ушел, да. Преобразился, видишь? Да. Вань, ты понял про это самое? Да, я тут был, я все слышал. А, ты все слышал? Вот хорошо. Конечно. Так что вот так вот. Я думаю, что на сегодня мы закончим, иначе у нас не останется о чем говорить на следующий раз. Да. Напоминаю, что мы выходим в эфир каждую пятницу в 10 часов утра по израильскому времени, это 11 по Москве. Мы отвечаем на вопросы по Библии, беседуем. Сегодня у меня в гостях были Гузель Тазиева из города Салават, Башкирия, Иван Секретов из города Химки, Россия, и Влад Басов из города Лондон, Great Britain. И Дима Смокотин, я не знаю, где ты сейчас находишься, Дима, но в любом случае очень большая благодарность, что ты зашел и проявил внимание, несмотря на всю свою занятость. Россия, Красноярск. А я думал, что ты до сих пор еще на Дальнем Востоке где-то там, своих Бали там и всем остальном. Вот Россия, Красноярск. Ну, отлично. Спасибо всем за внимание. Пусть у вас будут благословенные выходные. Пусть Господь обильно благословит вас. А вот скоро будет там. Отлично. И до новых встреч в эфире. Задавайте свои вопросы на странице трансляции. Сейчас я вам напишу ее адрес. Так. Вот на этой странице можете задавать свои вопросы, и мы с удовольствием на них ответим.
на следующий раз и принимайте участие в наших трансляциях в чате, и будем с вами общаться и далее. Спасибо за внимание. Ребята, спасибо вам, что приняли участие. Будьте благословенны. Пока.